На пороге знаний с сегодняшнего дня двери оренбургских вузов открыты для абитуриентов. Приемные комиссии начали свою работу. Но пока поток будущих студентов небольшой. Работа в университетах идет уже полным ходом. Многие из тех, кто пришел подавать документы, намерены получить второе высшее образование. Либо пришли с результатами экзаменов прошлого года. Мне еще предстоит сдать, потому что ЕГЭ-то прошло уже просто. И вот мне предстоит сдать. Евгений первый раз в стенах вуза, подает документы на ветеринара. Говорит, дома много животных, есть хозяйство. Поэтому думает, что и работать в будущем с животными получится. Однако многие абитуриенты, придя в университет, еще не определились со специальностью. Приемные комиссии пытаются помочь с выбором. Первый вопрос – какие документы? Очень часто звучит вопрос относительно того, нужна ли справка медицинская или нет. Задают вопрос относительно того, какие предметы сдавать. В этом году в Оренбургском государственном университете выделено 2856 бюджетных мест по 20 специальностям. Исчерпывающую информацию абитуриенты могут узнать на месте в приемной комиссии того вуза и факультета, который по душе.